Здравствуйте! Совсем скоро в Ростове стартует удивительное событие. Это будет фестиваль красок, который уже захватил весь мир. Вот, наконец, в Донской столице тоже будет это самое чудо-действо под названием «Холи». Его организатор Аля Хмарка сегодня у нас в гостях и расскажет поподробнее о том, что же это такое. Здравствуйте, Аля! Здравствуйте! Расскажите, что это за фестиваль, откуда вообще родилась идея провести его у нас и откуда он пришел к нам в страну? Фестиваль красок пришел к нам из Индии. В Индии ежегодно проводят его для закрытия весны. Вот. А к нам в страну он пришел, начиная с фестивалей больших в Москве. Наша компания единомышленников «Ростов-Промо» решила создать такое же мероприятие в Ростове-на-Дону, но совместить его с программой «Free Shop Free Market». Фестиваль красок – это в первую очередь краски. Вот что это за краски, где их берут, безопасны ли они для использования? Краски «Холи», они все на растительных компонентах. Они очень безопасны для человека и, возможно, даже полезны. Там есть в составе куркума, крахмал и много минеральных и растительных компонентов. Их производят в Индии, соответственно, там их и покупает наша команда. Эти краски для людей боятся, что они не отстираются и что они будут вредны. Это опрометчиво. Все будет в порядке и никому они не принесут вред. Вот. Как вообще правильно ими пользоваться, кстати? Вот я знаю, что их там и выдувают, и бросают. Знаете, определенного рецепта, как ими пользоваться, нет. Ими можно бросаться, ими можно выдувать. Вот. Но лучше, конечно, выбрасывать их из рук, потому что чем чаще ты будешь употреблять краски, тем сильнее будет окрашиваться твой рот. И, собственно, пугающее зрелище. Но для этого в программе, соответственно, мы сделали несколько совместных выбросов. Их будет три. И поэтому, когда ведущие будут объявлять, и это все будет сопровождаться музыкой, люди уже будут готовы к тому, чтобы выбрасывать их из пакетов. Их даже не обязательно насыпать в руку, можно будет придерживать пакет и выбрасывать их по определенному счету времени. Ну, кроме выбросов, будут еще какие-то мероприятия, будут музыканты, музыкальные коллективы Ростова. Поподробнее расскажите о них. Мы говорили, что совместили программу с Free Shop Free Market. У нас получается двойная программа. В первой части программы, где вход свободный, могут поучаствовать любые люди с нет ограничений по возрасту. Вот. И это будет в рамках программы фестиваля, будут проводиться конкурсы, розыгрыши, музыкальное сопровождение, минута славы по-ростовски, настольные игры для участников. Соответственно, там будет очень большая объемная программа. Также будут проходить обмены услуг, мастер-классы от фримаркета, от популярного движения сейчас в Ростове. Вот. А после него начнется фестиваль красок. Начнется аккредитация людей, выдача краски, и будет возможность поучаствовать в выбросах, музыкальное сопровождение. На площадке будет иметься около трех зон. Детская зона, зона услуг, где будет уличный ресторанчик, где каждый может будет вкусить какую-нибудь восточную еду, попробовать индийские сласти, вот, и полюбоваться, собственно, всякими этническими лавками, которые будут присутствовать на площадке. А будут ли фотоотчеты? Наверняка все хотят увидеть себя, потом на память сохранить вот этими красочными, яркими, потрясающими. Да, мы, собственно, оповещаем людей в наших встречах каждый день о том, что у нас будут на площадке работать журналисты, телевидение, непосредственно наши фотографы, которых мы специально выделили для съемок на площадке. Их будет около 20, и каждый из них обязательно не пропустит ни одного участника и сможет запечатлить его и
выложит потом все это к нам навстречу в альбомах по зонам. Если человек встретился, допустим, в зоне услуг, где он примерил индийские наряды и, возможно, просто что-то там делал, обязательно его заснимут и выложат это под знаком «Зона услуг». Ну и напоследок еще раз, когда, где и во сколько будет фестиваль? Фестиваль красок пройдет 1 июня в День защиты детей на площадке парка Дружбы в Северном районе, бульвар Комарова. Вот, всех мы ждем и желаем провести хорошо время, встретить первый день лета ярко. Спасибо большое. Напомню, у нас в гостях была организатор фестиваля красок Аля Хмарка. Проведем время ярко.